С новостями спорта познакомлю вас я, Денис Попов. Здравствуйте. Во вторник в 23:00 по Гринвичу в английской футбольной премьер-лиге закрылось зимнее трансферное окно. В последний момент выяснилось, что футбольный Лондон теряет одного нападающего сборной России, но получает другого. Роман Павлюченко после 3 с лишним лет в лондонском Тоттенхэме возвращается в Москву, в «Локомотив», сообщает официальный сайт английского клуба. Россиянин выступает за лондонскую команду с 2008 года. До отъезда в Англию он на протяжении 5 лет защищал цвета «Спартака». Мы благодарим Романа за вклад в успехи нашей команды и желаем ему успехов в будущем, говорится на сайте Шпор. По данным английских СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов стерлингов. 30-летний уроженец Краснодарского края 3,5 года назад обошелся лондонцам в 17,4 миллиона евро. На счету нападающего 45 матчей за сборную России, в которых он забил 20 голов. Россиянин провел 113 игр за Шпор и забил в них 42 мяча. В другой лондонский клуб «Фулхэм» прибыл другой российский форвард Павел Погребняк. По полуночи стало ясно, что затянувшийся уход аргентинца Карлоса Тевиса из «Ман-Сити» продлится до лета. Три основных претендента на рассорившегося с горожанами нападающего, два клуба из Милана и французский ПСЖ, договориться с «Ман-Сити» не смогли. Сообщается, что в последний день интерес к 27-летнему форварду проявлял махачкалинский «Аджи», но тоже остался ни с чем. Больше о новостях спорта на нашем сайте www.tbndfstv.ru. Будьте в форме!